Дом не там, где ты. Дом там, где тебя уважают. Нынче мой жетон пустышка. Стоило убить пару ублюдков, приставших к моей сестре, и ни жетона, ни оружия, ни пенсии. Как-то так. А я был шишкой, пока не порезал ни того уёбка. Осторожно! Друг отца! Капитан взял меня в дело. Да, наш кэп. Но я слез с иглы, а ножик ношу на случай всяких не тех уёбков. Я бы до сих пор носила свою берету, но психам нельзя иметь оружие. Генерал потянул ниточки, и мне тут же нарисовали нервное расстройство. Хотя мы все тут немного психи. Иначе как мы могли оказаться здесь? Мне нужно уехать. Такие, как я, не уважают жизнь. Они уважают закон. Я нет. Я не могу вернуться, пока моя Катя и наша дочь не будут в безопасности. Но жизнь шлюха. Стоило нам поправиться, как явились пираты, чтобы спиздить нашу новую жизнь. Хуем. Я рванула за деньгами. Пираты лезут из этой чертовой двери. Но я могу прекрасно о них позаботиться. Это не проблема. Проблема в этом ебаном капитане корабля. Этот ублюдок продал нас. Забрал все заработанные нами деньги и продал судно вместе с пассажирами кучке засранных пиратов. Ну и сука этот Кэп. Давай, блядь, ты сука! Он был другом отца и моим. Эй! Не надо было так делать. Попался, сука! Щея! У нас лишь один выход. Не ждать, пока нас продадут как скот, а драться! И пока капитан не удрал, борьба не окончена. Пока мы не вырвем деньги из его холодных мертвых рук. Убейте всех! Шел! Принял! Бей! Пошли! Еще один! Берегись! Граната, ложись! Покончим с этим.